Моя любовь. Ла-ла-ла. Ты чувствуешь, как ты научился пользоваться фотоаппаратом? Черт, у меня же нет волос. Надеюсь, я видна вам. Да. О, да. Всем привет, с вами я, Ксения Куйцова, и это видео «Вопрос-ответ». Пожалуйста. Динг, 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 динг. Итак, первый вопрос от Вики Серовой. Привет. Привет. У вас есть на конюшне серый мерин тактик. Почему ты на нем не выступаешь? Мама, почему я на тактике не выступаю? Быстро дали мне тактик. Что я так сказала? И Вика Серова. Нет, ребят, вы серьезно? У нас на конюшне есть три группы спортивной подготовки. И у этих трех групп есть разные лошади. У нас это Оскар, Оливия, Остряк, Ольга, Черемош, Натасик, Хоплей, Полевитик, Рапсодия, Моя Мари, Фрида. Все, я, короче, забыла, у нас дофига, короче, лошадей. И у других групп есть свои лошади. Так вот, тактик принадлежит вообще другой группе, как бы этот конь не наш, поэтому нам вообще... Следующий вопрос от Алены Шуровой. Ты собираешься читать «Тотальную угрозу»? Ты ведь прочитала «Бегущего в лабиринте». Нет, читать «Тотальную угрозу» я не собираюсь, потому что считаю это бесполезной тратой денег, времени, потому что мне трилогия совершенно не понравилась, в то время как мне понравился очень сильно фильм. Странно, обычно вообще все наоборот. Просто мне трилогия показалась очень нудной, какой-то тянучей, такой бесконечной. Да я «Войну и мир» быстрее прочитаю, чем эту трилогию. Читала. Серьезно. Вот прям правда. И поэтому, да, «Тотальную угрозу» я не собираюсь тратить на нее деньги, время и нервы. В каком ты фандоме. Окей, Google. Что такое фандом? Согласно источнику Википедия, сообщество – неформальное субкультурное сообщество, участники которого объединены единым интересом, связанным с произведением искусства, пристрастием к определенному фильму, книге, сериалу и так далее. Спасибо. Ясно. Да ни в каком. Сама в своем! Следующий вопрос. Следующий вопрос, опять же, от Алены Шуровой. Сколько у тебя наград? Фух. Вот столько. Спасибо. Следующий вопрос от просто Насти. Просто Настя. Все просто, это просто Настя. Так. Привет. Как ты считаешь, что лучше, конный спорт или НХ? Всего по чуть-чуть. Золотая середина – это просто лучше всего. Не надо бросаться из крайности в крайность. Так я думаю. Что бы ты сделала, если бы Оскар прискакал к тебе домой? Ну, заходи, чё. Пожрём. Какую высоту ты собираешься прыгать максимальную с Оскаром? 130 – это его потолок. И мне надо, да, на нём 130 ехать на планерной. Я боюсь. На самом деле, нет, я не боюсь, потому что я самодостаточная, успешная баба. Какую ты выберешь породу? Фриз, орловский рысак, токен, ганновер. Трокен. Потому что у меня есть трокен. Два, три. Какие породы у твоих лошадей? Ко второму вопросу ответ, пожалуйста. Следующий вопрос от Евгении Столбецкой. Ксюша, привет. Привет. Как твоя мама относится, что ты снимаешь видео? О, опять трынди. Ну что, когда новое видео, а то мне в ванной смотреть. Да, мама, я видео снимаю. Сейчас будет. Успокойся. Давай, я жду. Все нормально. Посмотришь. Да. А сколько лет было твое первое соревнование? В 9. Следующий вопрос от Вики Мириневска. Украинская фамилия. Извини, если неправильно прочитала. Она говорит, если относительно недавно, вы купили ХБ вместе с Микой или она потом родилась? Мы купили ХБ вместе с Микой, и она потом родилась у нас. Так, следующий вопрос. 4 вопроса. От Фокс Блэк. Привет. Привет. Как ты относишься к новичкам маленького возраста от 9 до 10 лет? Ребята, я стартовала в 9 лет.
ко мне все нормально относятся. Я ко всем нормально отношусь и считаю, что 9-10 лет это оптимальный возраст начать заниматься конным спортом, потому что, блин, сейчас все такие старые мои мамы в учебной группе или слишком маленькие, потому что маленькие еще не могут как бы полноценно что-то делать, а взрослые уже последний год по детям, и их особо по соревнованиям не повозишь, а им в следующем году 130 прыгать. Так что чем раньше вы пришли, тем лучше. Я видела выступление у Алисы. Планируешь ли ты также выступать? Господи, я просто перед Алисой вот кланяюсь, просто бьюсь лбом о пол, потому что это очень классно, когда ты можешь показать многим людям то, что ты можешь, то, что ты добился своей лошади, но, блин, вы серьезно сравниваете Ластика и Медею, как бы на один уровень ставите, они же вообще разные. Медея такая вся. Да, типа я слушаю Алису, а Ластик такой стоит, все время такой... И я у него у ног дрыгаю, сам в конвульсиях, видишь, потому что он ни хрена не понимает. У него отца зовут Гадкий Койот. Гадкий. Гадкий, и я это узнала, черт возьми, в основном 2 дня назад. Я очень тупая. Привет, учительница английского. Ну, короче, я бы хотела, конечно, выступать, но мне ничего не менять. Ну, хотя, посмотрим. Я бы хотела, да, конечно. Потому что это как бы не только для себя, я это все типа делаю. А еще возможность показать другим, что я могу. Как думаешь, Ластику больше нравится есть без железа или с ним? Мне кажется, ему насрать. Серьезно. Если Оскару реально нравится, он ловит от этого кайф, он чувствует себя крутым и независимым мужиком. Он может ходить, всех жрать, жрать траву, жрать всех лошадей на манеже. А Ластику ему насрать? Ну, как ему насрать? Ему, конечно, мне кажется, ему нравится, потому что он сначала не догоняет вообще. Ну, так как он слушает больше Сайдпул, чем Тренди, то мне кажется, что он все-таки прощёт. Наверное, да. Любимое лакомство Ластика и Оскара. Ластика это 100% прям. На все 100% это человеческая плоть. Он очень часто кусается и пытается оторвать куски нашей кожи и мяса. А Оскар? Так, я считаю, что его любимая еда это... Да он вообще вселенной. Они там с ластом оба жрут и людей, и лошадей, и всех подряд. И пытаются постоянно скрыть это, когда они начинают есть сен или траву. На самом деле, эти два аглоеда любят сахар. Это были все вопросы, на которые я ответила для вас. С вами была я, Ксения Кузнецова. Свои вопросы пишите по ссылке в описании. Да, да, в моей группе ВКонтакте. И вступайте в нее, потому что на канале у нас уже 562 человека, а в группе 549. Нет, нас уже в группе 550, алах-бабах, я просто счастлива. У нас разница 12 человек, это что-то нету, да. Короче, с вами была я, Ксения Кузнецова. Все по ссылке в описании. Было очень интересно для наши интересные вопросы. И всем пока! Ребята, сегодня я отвечу на ваши вопросы. Мне кажется, я слишком светлая. Да не, ничего такая. Пуф! Твою! Солнце вышло. Опять. Ну да ладно. Мне кажется, светлее лучше, чем вообще все такое размазанное. Блин, фокус, ты вообще на мне или где? Почему я не вижу? Знаете, почему я иногда расфокусированного и не вижу этого? Да потому что эта чертова хрень следит меня в 5 метрах. Спасибо объективу на 85 миллиметров. Ладно, будем думать, что я в фокусе. Так что простите меня, если я не в фокусе. Но мне кажется, я в фокусе. Мне кажется, надо понизить яркость. Ну да ладно, пусть будет яркое видео. Так. Итак, это видео. Да кто там мигает-то, блин? Какой осёл. Фокус. Спасибо. Окей, Гугл. А, подожди, нет, не так. Окей, Гугл. Как это работает? Окей, Гугл. Блин, мне так нравится, как дрыгаться, потому что я такая плавная. Так, подожди. Хватит. Так. Да уймись ты. Занавеску заценили, да? Занавеска! Занавеска! Блин, надо ответить на вопрос, а мне так лень. О!
Какие-то тёлки-то будут внезапно. Тёлки. Подскажите, что за мода сейчас ходить в шортах на капроновой колготке? Может, я чуть нагоняю? Ну ладно. Я чуть машину сбила. Ну ок, ну ок. Так, всё. Чё это? Хрена у меня отражение. Да я вижу этих тёлок у себя в окне. В зеркале в окне. С вами была я, Ксения Кузнецова. Свои вопросы... Да хватит уже! Всё, можете колбаситься. Вы этого не видели. Так, ну ты чего там видел? Только пошёл.